Құрметті тамашачылар, Алатай кішкіс, яғни ұрғудлағай июльдіз, шынай көз алай, бәғзұрны текудлағай сан қанни көдлағай июндіз, ақсыға, қадлағай сеферді қылефі, лезгі қалдың игі түлін шар білі, епостын суварын мәрі қаттын садлағай пай қалурнай. Қе, шынай көз, адан көдлағай пайуңіз келігім теклифсі бар. Мәжіліс қылет құзвай бұр, Ладик Батмановне, Наргиза Эмирхановая, Меджлистин Сифтеном Раяз, Зюрнечерин Дистит Тамамарзуа Хуша Ваздих Глаз, Сихнедис Касбуба, Вадан Гюрюн Аллаз, Шарвили Экельцва. Гамар кайчу, а я азат. Чигюхилар жедай волшат. Сверикай хкечу, шамайдал дол экечу. Чугаз тамир чав ахузар. Вехемир чал зилетти бар. И дюдья шаз такурай дар. Сверикай хкечу, шамайдал дол экечу. Мад мичери куну ватан, а казмач шаз дюзрех живан, чирх жезмач дусни душман, сверикай хечу, шамайдалдо эхечу. Шар вели, чу тамир нача, урур мирчи бахчаниба, чум поталди унья алра, сверикай хечу, шамайдонто эхечу. Шарвили, вол алачивиль, тамарзуя вах хаичиль, тамир вуна чурик сефиль, сверикай хечу, шамайдонто эхечу. Шарвили, 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 Сигел Ханва видидар дик Эльвири. Зичиль, Зихал, Сача Лусни, Паи Паяр Шемиркюн, Яи Физни, Яи Кузни, Чаракунал. Пемиркин, Кюре, Куба, Ахсен, Рутул, Сахур, Агул, Хинелу, Кабасаран, Уддин, Сапу, Сасфрая, Хасамук, Кюнлек, Эрия, Самук, Чехи, Измайкон, Эгер, Кю, Дахай, Касарек, Эвери, Жеда, Ажуз, Никерхис, Уфья, Дакес, Гата, Дакю, Иир, Тиир, Квак, Дакю, Агида, Пис, Ара, Дакю, Рикера, Кич, Ахтаки, Кюнсаналку, Сада Садаз, Хюрметая, Хатурхи, Хиир Сиир Арадавас, Лезгичилин Абурхи, Лезгичил Кюн Паталхуя, Амалукдай Парталия, Лезгичил Имя Кюн Идгар, Кюханажа, Кефхалия, Масаброс Агавилер Ими, Кел Агавал Иистами, Хюхарсефер Инсанвилин Бахавал. Зичи, Зихал, Кюмускеве, Хатайтани Атана, Аквазнази Сурунхеве, Харая Пудра Лахана. Шарвили, 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 Кюхарайги Зунаката, Кюмектакес, Зихал, За!
dağlar kalkan arşta kupar girmiştin. Gençlik erbağlar harsa yemiştin. Dağlar kalkan arşta kupar girmiştin. Gençlik erbağlar harsa yemiştin. Çek ruşar avay kötren yemiştin. Vidayımda avay dedi ad yani. Gür çek ruşar avay kötren yemiştin. Vidayımda avay dedi ad yani. Leskistan buzülük ya buzitan. Leskistan buzülük ya buzican. Leskistan buzülük ya buzitan. Leskistan buzülük ya buzican. Leskistan dalırı havası. Leski çileleri kalası, mühibattin haybat avay. Leskistan dalçı galası, leski çileleri kalası, canlı guniz bu bat avay. Babi biller ay, atan babundus Balkani eller ay. Çehi dünya akvaz babi biller ay, atan babundus Balkani eller ay. Vay itini kaç hurfan bügüler ay, bez baydi çazdı dednik eddat yani. Vay itini kaç hurfan bügüler ay, bez baydi çazdı dednik eddat yani. Leskistan huzuluk ya vunzikan, Leskistan huzuluk ya vunzican. Leskistan huzuluk ya vunzikan, Leskistan huzuluk ya vunzican. Leskistan dalırı havası, leski çileleri kalası, mühibattin haybat avay. Leskistan dalçı galası, leski çileleri kalası, canlı guniz nubat avay. Assalamu alaikum, hürmetli muhmanar, igrami iştirakçiyar. Kino turay, raga turay, igramitir aziz dostlar. Кез юридас мубарак рай, шар юлидин чахисуар. Добрый день, уважаемые гости праздника. Ровно год мы снова рады вас приветствовать на родине народного героического эпоса «Шарвиле». Сегодня исполняется 20 лет главному празднику лезгинского народа, который из года в год проводится в селении Ахты и полюбился не только лезгинскому, но и нашим братским народам. Кечна кейзова и лезгирин и гитвилин эпос «Шарвиледин чахисвари» чихалти кадимвол, садвол, водуствол, стхавол субуцова. А подахцехарин чилел, хар Иисус Коджезва и юлдашини кадар артухуни, чихалтин тарихтал, медьяниятал, арутир ксар артухшезва и такайлогузва. Героический эпос играет важную роль в формировании национального самосознания и сплочении каждого народа. Лезгинский эпос «Шарвиле» не исключение. Он оказал большое влияние на развитие лезгинского фольклора и литературы, художественное мышление нашего народа. «Шарвиле» – халти вичивчи зво пэзмай неселдис хкажнавай, садарни пушты жадай гюмбетя. «Шарвиле» им вичайлари вик эвол, рушарин такабурвол, бубарин давамарон, во дидерин даяхья. Лезги халти зрюхтин рузи, во куват гузвай чихи, во мидаим пуд яржава. Шалбуздах, холанвац, во шарвили. И бурчими лехтин пуд даяхья, пуд квашкай ксри, хинала цигайтани яхшидач. Справедливо отмечают, что Ахты – это музей под открытым небом. Это действительно так. Здесь сливаются бурные реки Самур и Ахты-Чай, расположены мосты, два из которых являются памятниками культурного наследия. Самая южная на территории России – Ахтынская крепость.
минеральные источники, один из лучших сельских краеведческих музеев России и многие другие культурно-исторические объекты и природные памятники. Для открытия сегодняшнего праздничного торжества мы приглашаем на сцену главу Ахтынского района Абдулкеримова Османа Махмудовича. Hürmetli mehmanlar, hürmetli dostlar, Rikin Sitkize çöz, kini praznik mübarek izganız o. Kuyucu yürü vaharın sıkayrın kölere, tolka şadüler, sağüler, ihtiyacı praznikar kuray. Еще раз праздником. Уважаемые жители Ахтынского района, участники, гости праздника, сегодня в нашем районе мы проводим 20-й юбилейный праздник, посвященный героическому эпосу Шарвели, который нашел признание не только у лезгиноязычных народов, но и всех дагестанцев. Эпос Шарвели – это торжественный гимн и гордая песня о надежном народном заступнике и защитнике. Примечательно, что первый праздник Шарвели в 2000 году год разгрома международных бандформирований, напавших на многонациональный Дагестан. Это глубоко символично, поскольку с жизнеутверждающими идеями Шарвели дагестанский народ, сплотившись, выступили за сохранение своей независимости в составе Российской Федерации и победили международных террористов, вступивших на дагестанскую землю. Сегодня на нашем празднике присутствует полномоченный представитель главы Республики Дагестан по Южному территориальному округу Шихиев Фуат Шукурович, министр по национальной политике и делам религии Республики Дагестан Муслимов Энрик Селимович, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Республики Дагестан Алиев Шамиль Гамзатович и многие-многие другие. Идеи эпоса Шарвели созвучны современными реалиями и потребностями народа Дагестана, которые живут в одном отечестве, одной родиной и выступают на исторической арене как единый народ. Эпос Шарвели с каждым годом приобретает новые формы и содержание его проведения. Этому способствовало и возведение его правительством Республики Дагестан в ранг республиканского мероприятия. С каждым годом растет число гостей праздника из многих городов нашей страны, ближнего зарубежья, и нужно говорить о статусе праздника международного. Уважаемые участники праздника, разрешите мне от имени администрации муниципального района Ахтынский район, депутатского корпуса, всех жителей Ахтынского района поздравить вас с этим великим праздником, с юбилеем Шарвели. Желаю вам добра, счастья, долголетия, благополучия и процветания. Да здравствует дружба между народами Дагестана. Праздник, посвященный 20-летнему юбилею эпоса Шарвели, объявляю открытым.
Сара Асма Махмудович, Асма Махмудович Лайгафарис, Хуатгу Батал Тирмету Дустар, Зази Майдандал Яке Юрметалди, Даустандин Халтин Артистка, Фаризат Зейналова Дистиклифицканзова. Фаризат Зейналова! Кандахи, чпи умир халтере КСФ свай, чпи бары миллиати умир ксанку паталди, галату тучис, хакеса замечу госва юлдаш рикадар, чи халти арадак зафья. Абручи чилел абурхизва, хиле казвай квалахри, бехерар гузва, чалал, ватандал, халдал, медиане тофикир жебзва. Проведенный впервые в 2000 году по инициативе общественного и государственного деятеля имама Яралиева, праздник эпоса Шарвели стал традиционным, благотворным явлением в духовной жизни лезгинского народа и одним из самых массовых и популярных в Дагестане. Отрадно, что с каждым годом он становится все более масштабным и значимым событием для нас. Слово предоставляется председателю оргкомитета по подготовке и проведению праздника Шарвели Яралиеву имаму Музамудиновичу. Дорогие друзья, уважаемые гости, начиная с 2000 года, каждый год на древней благодатной Ахтинской земле проводится праздник, посвященный лезгинскому народному героическому эпосу Шарвели. И с тех пор этот праздник стал традиционным. Праздник эпоса Шарвели является не только праздником лезгин, но и всех народов Дагестана. Он стал связующей нитью дружбы и братства народов Дагестана, а также символом сплоченности и духовного единения всех народов нашей страны, нашей России. Народ свои мысли и мечты о свободе, независимости и героизме воплотил в образе Шарвели. Все битвы, сражения, события в эпосе связаны с его именем. Каждая эпоха добавляла к этому образу и новые штрихи, и он стал символом защитника народных интересов. Хотя в конце эпоса главный герой Шарвели погибает в битве с вражескими войсками, но никто его не видел мертвым. Произведение все же завершается на оптимистической ноте. Шарвели завещает народу: когда вам нужна будет моя помощь, приходите к горе Келетхер и крикните мое имя трижды. Шарвели, 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 и я отзовусь, и я приду. Эпос Шарвели – один из самых древних эпосов Кавказа. Дорогие друзья, сегодня мы с вами отмечаем 20-й праздник, посвященный эпосу Шарвели. Это знаковое событие. За период празднования эпоса Шарвели на лезгинском и русском языках издан полный текст этого уникального литературного памятника. Опубликованы более сотни научных и публицистических работ,
сочинены сотни стихов и песен о подвигах Шарвеля. Созданы десятки картин, сотни изображений и иллюстраций на теме эпоса Шарвеля. Государственный Лезгинский музыкально-драматический театр имени Сулеймана Стальского на своей сцене поставил инсценировки из эпоса Шарвеля. Хотим поблагодарить за поддержку нашего мероприятия руководителей республики, депутатов Государственной Думы, депутатов Народного Собрания, руководителей министерств и ведомств Республики Дагестан, глав администрации городов и районов, начальников управления культуры и образования, депутатов городских районных собраний. Мы также благодарим всех жителей Дагестана. Особенно я хочу поблагодарить наших замечательных ахтинцев. Сара чи ахтягни холт, хамиша чи муманар, лавлай хулумлятых абулза, чина миша экова, берекатова, Аллах тихалгазва, геледжек, дик чехи умударко, а сара ахтяг халкар. Сара чи шарвель ди сувар, сара лизги холт, сара дагустан ди халкани, дуствал вастхавал. Сара дустам. Хурметли достар, каничи мерекати суварик Баку шехердай сувар ансамбль дин солистка чехоти рикалай мани дарикай сатир Джамила Заловатанова. А да квест чан жуанди таралай сакса мани тамамарда. Кю горло капар Джамила Залова. Шарвелидин галиб лутур, зихо хиляй гадар миир. Лезги абур, лезги сабур, лезги намус падар миир. Слово предоставляется уполномоченному представителю главы Республики Дагестан в Южно-Федеральном округе Фуад Шахиев. Уважаемый Осман Махмудович, уважаемые ахтынцы, уважаемые гости, позвольте мне приветствовать вас от имени главы Республики Дагестан Василия Владимира Абдуалиевича на сегодняшнем праздновании юбилея эпоса Шарвели. Вы знаете, за последние годы данный праздник, он не только праздник ахтынцев, он не только праздник Южного Дагестана, это праздник уже всего Дагестана. Так как данный эпос несет в себе в первую очередь мужество, честь, достоинство и объединение всех народов. Как глава уже говорил, если мы в этом году вспоминаем 20-летней давности события, когда на территорию Республики Дагестан ворвались незаконные вооруженные формирования, и как дагестанцы объединились все вместе и дали жесткий отпор ему. И в своем выступлении наш президент Российской Федерации, наш национальный герой и лидер Владимир Владимирович Путин сказал, видя то, как они защищали свою землю и Россию, я еще больше полюбил Дагестан и дагестанцев. Хочу пожелать мира, добра и благополучия. И чтобы все народы всегда собирались только вот по таким хорошим причинам, для того, чтобы вспомнить свои корни и объединиться. Всех благ и с праздником вас! Спасибо. Хурметли штаракчилар, исята чевириден рикер, вич хайи
Челезги и вивчи дамары хохвезвай вичин туар кайнаты им кутпе машурханвай Пьер Айджоди Лезги ярт аралайса хсан самани тамамардо Кюгурлук апар Пьер Айджо Мухаммад Дахярахи Адам Паксирия Чалис Гияр Кибила Кида Макдария Багни Абур Яни Сабур Зита Кабур Садаланди Хурайкун Лезгияр 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 Шадхурай Матхурай Спасибо, спасибо большое. Я всем приятно для хорошего настроения. Сейчас Велидин, Сува, Мубараграй. Кирмету Дустар, Каничи, Меджлиста, Жреба Жрекарай, Чехи Кулугралай, Политикар, Вокумати Диетел, Архатана, Качи, Арадавазва, Айжиета, Язас и Майдандал, и Кирметалди, Даустан Республика Дин, Мили, Политика Дин, Во, Динди, Рекайтир, Министр, Муслимов, Энрик Салимич, Азгав Гусканзова. Энрик Салимич, Гав Куди. Салам алейкум. Добрый день, уважаемые друзья, присутствующие. Приветствую вас от имени всего правительства, его председателя Артема Алексеевича Сдунова, персонально от Министерства по делам национальности, по национальной политике, делам религии, поздравляю с 20-м юбилейным праздником народного героического эпоса Шаарвили. Действительно, за эти 20 лет этот праздник стал государственным, республиканским праздником. За эти 20 лет этот праздник посетил все народности, все представители всех народностей Республики Дагестан, многих народностей Российской Федерации. Приехали представители со многих субъектов России, но и также из-за рубежа. Но основой всего этого праздника, подведя итоги 20 лет, мы можем сказать, является народ, потому что, как и все эти годы, и сегодня, очень многие люди, обычные, простые люди, приехали участвовать в этом празднике без официального приглашения, по зову сердца и души. Именно поэтому он является народным праздником. Шаарвили для нас, конечно, это мужественный, смелый и загадочный человек. Загадочное и то, что в народном сознании Шаарвили остается современником многих событий. Я хочу тоже сказать слова благодарности от Министерства по национальной политике, делам, религии человеку. Вообще роль личности в истории всегда велика. И у каждого события есть свой герой. У нас этим героем является Мама Заменевич Яралиев. Потому что именно благодаря ему все эти 20 лет мы празднуем. И благодарю от имени министерства, потому что он помогает выполнять нашему министерству основную нашу задачу. Это сохранение межнационального мира, межконфессионального согласия в Республике Дагестан. Потому что праздник Шаарвили никак не разъединяет, а только объединяет все народы, населяющие нашу республику. Мира, спокойствия и здоровья вам! Чтобы второй раз не выходить, я хотел наградить почетной грамотой главу Ахтынского района Абдулкерима Османа Махмудовича за вклад в этнокультурное развитие народа в Республике Дагестан, укрепление этноконфессионального мира и согласия и в связи с 20-летием празднования героического эпоса Шаарвили. А также Шуаева Алмаса Исмаиловича.
объявляется благодарность. Осман Махмудович, нету его. Ну, вы знаете, еще вот пользуясь случаем, просто такое хорошее мероприятие, юбилей, Шарвели, я хотел сказать о том, что у нас растут новые Шарвели. Это победитель чемпионата и первенство команд регионов России по ММА, свободный поединок в городе Сентуки и чемпионата Европы ММА в городе Баку. Асланов Мухаммед Рустамович за укрепление дружбы, межнационального и межконфессионального согласия, расширение межрегионального сотрудничества, участие в чемпионатах, популяризация дагестанской школы смешанного боевого единоборства среди подрастающего поколения. Волевой характер принял в борьбе за победу. Ему всего лишь 7 лет. На сцену приглашается солистка ансамбля «Сувар» Жавахир Абдулова с песней «Реке Авайди Акут Жедач». Құрметті тамашачылар, айналдычна, қазірнің екудлағай сан, қанницы длағай июндіз, нубаттин, қадлағай сеферда ақсиға қалифеи, лезгі қалдин игит вилин, шарбили эпостин суварин мәрекаттин, қадлағай пайганы, күтясыва, күнвири, сақ саламат құрай.